Доброе утро всем заглянувшим. Доброе сухумское утро. И идем мы с Олей к морю. И вот уже КПП, санатория МВО. Красивое здесь место, воздух здесь хороший. А вон уже и море. Да, а вон впереди море. А, я думала, на карте-то я видела Ленин. Оказывается, вот это вот Ленин считается. Мозаика, да. Ой, а смотри, там цветет магнолия. Ага. Сейчас я приближу магнолию. Красиво здесь. А мы что-то с Сережей сюда не забредали. Ну это КПП. МВО, да. Пойдем, Гала, вот так. А вот тут... Сейчас я тут сниму, вот видите, аллея. К морю прямая, но мы решили вот тут пройти. Смотрим, что он в таком состоянии. Это ремонт здесь еще не начал. Мне сказали, что он горел, да? Вот этот клуб. Нет, горел наш клуб в РВСН. А-а-а. Я сейчас покажу наш клуб. Я же здесь работала очень много лет. Это были старые-старые постройки еще, видишь, деревянные. Но их вон восстанавливают, даже внутри видно, видишь? Все восстанавливают. Это сейчас идет ремонт. Этот санаторий пока законсервирован. Тут кругом строительные работы идут. Да. А вот Стелла, да. Я еще с этой стороны к Стелле не подходила. Я сейчас тебе покажу дороги все, которые в санатории можно пройти. Как тебе, Стелла? Как мы с Сережей очень красиво украсили. Вот мы еще маргаритки посадили. Да, вы молодцы. Вот маргаритки растут. Это мы вот. А это что за шнуры, Галка? А это вон освещение. От освещения они вкопаны, там мы не стали убирать. Ну да, это, наверное, будет все восстанавливаться. Вот, видишь, вот эти маргаритки живые, а те искусственные вот вокруг все сделали. Да. Ну сейчас. Посмотрим. Вот это была раньше столовая миротворческих мероприятий. Сколько ты проработала? 17 лет. 17 лет. Вот клуб наш был, который горел. А, это вот этот клуб? Да, вот клуб был, да. РВСНовский клуб, да? РВСНовский клуб, да. А, вот он сгорел. Да и пахнет, а давно он сгорел. Ну, когда крылья на шуре, там что-то замкнуло. А вот здесь где-то лягушки. Пашни памятник показываю, бассейн там. Давай, вот показывай. Вот это приемное отделение, вот здесь Голубка снимался. А пойдем поближе, я сниму. А ты тогда была здесь, я когда была снимали? У меня даже фотография с Мариной Порушиной. А чего же ты мне-то эту фотографию не показываешь? Ну, у меня был кнопочный же телефон. Да. Я его поменяла, и в том телефоне осталось. Ну, так я у тебя когда была, надо было? Нет, у меня же в старом телефоне. Вот здесь снимали, вот как они тут... Она инвалидную коляску с ним везла вот по этой аллее. Угу. А вот здесь снимались основные кадры. Вот тут это вот. Был как госпиталь фильм. А так было это приемное отделение санатория. Ага. Ой, давай подойдем. А вон фонтан. Красивая статуя. С набережной слышно, как они. Вот это лягушачья свадьба здесь. Здесь рыбки были, знаешь, какие классные. Рыбки? Да, конечно. У нас специально была женщина, которая ухаживала за бассейном. Вот, посмотри. Сейчас я поближе.
А тут черепах нет. Смотрите, какие лягушки. Восстанавливать все. Его почистят, вот эту вот композицию восстановят. Вот. Угу. Это был наш штаб, где руководство раньше сидело. Вот это штаб. Угу. Смотрите. Да, мы приехали, еще окон не было. Вот даже за этот небольшой промежуток времени, меньше чем за месяц. Да, столько уже сделали. Вот высотка еще одна восстанавливается. Оль, подожди, я поближе подойду, сниму. Полным ходом идут работы, друзья, по восстановлению. Пока вот так. Лягушки перестали квакать. Испугались меня. О, разбегаются. Классно. Все здесь, друзья, будет классно. Да господи, это надо так квакать. Вон где они квакают. И птицы поют, и лягушки квакают. Сюда мы еще с вами, друзья, не забредали. Вот благодаря Оле забрели. А похоже, здесь, в этом здании, уже сейчас что-то располагается. Мы уже сделали ремонт, видно, уже отделе, уже эти палаты сделали. Ага. Раньше это палатами назывались. Санаторий был медицинский, лечебный. Угу. Это шестое отделение, так и не оставили отделение номер 6. Угу. Вот по этой Аленке снимали очень много кадров. А еще вот там где-то на берегу колоннады есть, возле колоннады сняли, да, я да. видела. Они долго снимали здесь, где-то месяц. Ты знаешь, уже санатории практически закрывались, ага. И вот они тогда съемки. С Марией Порушиной, она такая приятная, такая высокая, худенькая. Худенькая-худенькая, так как-то в фильме она кажется очень приятная девочка, такая контактная, такая доброжелательная. Со всеми фотографировалась, никому не отказывала. Очень приятный человек, у меня остались у меня очень приятные воспоминания. Вот здесь раньше располагался Красный Крест. Вот тут вот, да? Да, сразу вот когда... Санаторий открылся в 1995 году. Сейчас, Оль, я сниму еще, вот восстанавливается. Видите, с этой стороны уже даже покрасили. Вот. И балконы будут красить. Лоджии. Это тоже здание восстановили. Тоже восстановленное здание. Практически. А вот это вот столовая. Кстати, вот эту ёлку и вот эту пальму посадила я лично, своими руками. Да надо же! Лично моими руками посажена. Вот эти маленькие были, ведёрки мы приносили. Вот эту пальмочку я посадила. Вот эту. Как раз окна моего кабинета выходили сюда. Ага.
Олина пальма, собственноручно посаженная. Пойдем через стеклянный мост, а вот так в Арчаху зайдем, я покажу парк в Арчаху. Пойдем. Вон где-то. Я говорю, мои елки еще, да, пальмы, да, вот там растут. Стоит, да, все здесь. Да. Крастришка, тебе так хорошо. Спасибо, моя, да, девочка, спасибо. Как дела? Да, чем занимаешься? Дома? Дома. Вот, послушай меня, вот в этой высотке второй, третий этаж был генеральский. И вот здесь были генеральские номера. Здесь есть очень красивые номера вот в этом здании. Это было второе отделение, это третье отделение, это высотка. А вот КПП, санаторий. Да, мы здесь заходили. Тоже ходили. Мы сейчас пойдем, тут красивый ресторан рядом на Цах. У них очень красиво внутри, у них, по-моему, попугай есть сейчас. Ой, дай, пожалуйста, Оль, я тебе дала этот пакет. Не надо, пошли, слушай, снимай пока. Тут вот новую гостиницу построили тоже с бассейном, очень красивая. Прямо при входе. Долго ее тоже строили. Вот это вот что за здание? Вот ты это? Знаешь, оно всегда было закрыто. Это к санаторию. Говорят, раньше здесь было приемное отделение, Гал. Вот еще, ну, в 90-80-е годы это было приемное отделение. Вот те, кто работали в 80-х годах, говорят, это было приемное отделение. Потом его перенесли вот туда, где мы проходили. Это были продовольственные склады. Вот сейчас... эти вот. Да, продовольственные склады. Да. А до войны это было ПВО. То было МВО, а это было ПВО. Ну, до 92-го года. Оно называлось ПВО в санатории. А это новое, да? Вот это? А это новый гостиниц. Там очень красиво внутри. Там я видела бассейн. Отсюда видно. Красавица. И красный мост. Перед входом в санаторий. Сейчас вот эту гостиницу новую красавицу построили. А пойдем, может, пропустят в бассейн, посмотрим. Пойдем. Ну, выгонят же нас, вот там у них внутренний дворик. Сейчас узнаем, пустят нас или нет. А где вход? Не знаю. Может, вон там он был. Мы прошли. Да. Вон, видишь, само открывается. Мы тут можно снять пластики. Конечно, не плащ. Мы сейчас делаем. Да, мы будем пока. Я сначала не работала. А может, даже расскажете? Ой, нет, каждый расскажет, молодой человек. Всех он прекрасно говорит. Говорим, что новый. Отель называется Ривьера. Ривьера. Ривьера, да. Можем показать вам стандартный двухместный номер с видом на бассейн. Можем показать. Можно вам внутренний дворик посмотреть? Да, конечно. А еще, а пусть он еще сказал стандартные номера. Но мы сейчас внутри. Мы сейчас посмотрим. Вы можете снять на территорию, потом уже показать. Это при входе бывший РВСР. Сейчас называется «Страна души». Да. Сами нам проходите. Покажите нам. Вот это красота. Здравствуйте, подходите, дверь откроется.